Шокирующее видео появилось на просторах интернета, где мальчик примерно 4-5 лет пьет пиво и курит сигарету. Ролик сразу же вызвал бурю негодования казахстанских пользователей. Поражает, что все происходящее взрослые снимают на камеру и при этом поощряют действия ребенка. В каком регионе страны происходит это действие, по ролику определить довольно сложно. Автор Айжан Орамбаева указала лишь название видео. Маленький мальчик-казах пьет пиво. Не исключено, что поиском горе родителей этого ребенка теперь займутся соответствующие органы.